Давайте так, вас зовут как? Татьяна. Татьяна. Угу. И вот сколько лет назад это все было плохо так? Ну, мне 2 года назад был инсульт. Инсульт? Инсульт, да. И после инсульта? После инсульта я не могла... Все было настолько плохо, что вы теряли ориентацию, забывали, да, где вы есть. Да, вообще памяти нету, вообще никого не узнаю, не узнавала, да, ничего. И вас практически водили, возили? Возили, да. Сейчас вы самостоятельно? Самостоятельно. Все остановилось? Ну, не все, но все-таки. Вы адеквате, да, вы понимаете, вы абсолютно же... Я даже стихи я утром... пишу. Стихи пишете? Да. Я утром вас видел, когда вы бежали сюда. Да, вот. Я больше хожу, чем езжу. Мне нужно ходить. Какой секрет? Чем? Вот так вот можно? Ну, только Нугабесте. Я здесь так приобрела. Я здесь второе сердце сразу купила. Чем вы пользуетесь? Второе сердце, мат. Накидка у меня. У меня все есть. Пояс. За вот какое время вы результата своего достигли? Ну, в течение 4-5 месяцев. 4-5 месяцев. Да. Вот так. Уже вот. Сразу стало все. Через месяц меня уже не водили. Я уже сама стала ориентироваться, куда доехать. Вы хотите сказать, что даже в возрасте там за 60, ну, сколько? Ну, 66. 66, за 60. Да. Вот такое восстановление, это реально. Реально. Это реально, да. Спасибо. Очень даже. Спасибо. Только большое. Здесь восстановился. Если бы я здесь не была, я бы не восстановилась, круто. Конечно.